Да, ну они все на первом стоят. Круто. Угу. Один из них отходит. Йоу, я хочу на этом. Давай. Динамик топ. А здесь нет только закрытия. Свои какой динамик? Топ. Что-то мне этот слив напоминает, как на... Даже музыки нет. Это не прикольно. Хреново. Что-то мне этот лифт сильно напоминает, прям как на большой филевской лифт. Да, я знаю. Там это D есть него. Ну, здесь не вообще в ужасном состоянии. Не, ну нормально. Уж как трясется. Музыки нету, кнопки все извандалены. Особенно в том лифте. Сейчас мы... Лифты еще тот, те, в этом доме. Евролитмаш. Обнинский лифтовой завод. Нормально. Так, он вниз отправляется? Да. Да, отлично. Никогда... Везет тебе. Никогда не видел, чтобы просто ЕЛМ отправлялся, потому что у них обычно подвижной пол. Давай я выкину бутылку. Не надо, что? Еще... Бутылка еще нужна. Пить из нее буду. О, озеро! Блин, озеро реально. Да. Круто. О, я вижу телебаш. Мне на конце, кстати, меняют. Дай-ка мне бутылку. Спасибо. Это что? Как думаешь? И этот. Ладно. Вот и десятый спустился. Нет, давай на первый. Чё? Да, во-первых. Сейчас. Офигеть, какая кнопка, блин, раздолбанная. Господи. Без комментариев. Ну хотя бы тут кнопка закрытия дверей есть. Знаешь что? Почему тут кнопки разные? Почему-то одна кнопка от ELM, у второй почему-то стерта вот эта надпись Брайля. Третья кнопка от. Как это вообще хрен пойми какая? Они вообще все разные. Почему? Здесь вообще какой-то ужас произошел. Жуткий. Да, уж это реально капец. Что здесь не так? Так. Если тоже эта музыка дома. В одном из лифтов. Нет, такая же музыка в ВК есть. Ну сейчас без проблем на дисплее. Блин, я люблю этот дисплей, он зеленый сейчас с такой анимацией. Жестко. Так. Блин. То есть, давай ты поедь. Ну, вызов. Ладно. Если что, отправиться. Хорошо. Сразу вниз. Хорошо. Орлис Медиа. Орлис Медиа, нормально. Что-то похоже телевизор я видел в Жилибин. Ясно. Так, все, тогда езжай на второй. Пока вообще. Ага. Попробую вызвать как-нибудь. О, отлично. Даже вызывать не пришлось. Видать, когда все лифты уезжают, грузовой сам открывается, типа, на погрузку так настроено. Ой, здесь тоже какой убитый. Ой, черт. Это ж на 22-й даже не отправится, блин. И, кстати, здесь табло другое. Зав номер 0000 почему-то все время. И табло другое. Са? Господи. Нихрена, какое-то очень плохое состояние. Трогается очень резко. Останавливается... Ой, вообще он как-то очень резко останавливается.
Почему сейчас еще 100 лет подъезжать будет? Что с ней вообще не так, блин? Он, господи, он останавливается? То есть начинает ехать, тут же останавливается, и потом еще 20 секунд подъезжает. Я не понимаю, господи. То есть вот он едет с нормальной скоростью, там 0.5 секунды, резко останавливается и очень медленно подъезжает. Это просто капец. Давай на 12-й. В смысле? Я не знаю, что с ними не так. А чё он так долго? Смотри, он сначала едет 0.5 секунды с нормальной скоростью, резко останавливается, и так как он еще не успевает до первого доехать, он очень медленно подъезжает до первого. Очень медленно. И это нужно ждать. Что с ними не так? Ненавижу вандалов. Нет, просто лифт неправильно настроен. Господи, вообще какие-то конченые лифты. Ну, довольно быстрые. Даже для 1.6. Сейчас, погоди. Сейчас. Ой, я хочу спорить. Это там было долго. Потом вынесли. Там далеко. Пусть посмотрят, какой я сдал. У меня вообще все в ужасном состоянии. Давно не... Вот еще кнопку 22 этажа с фоткой. Да. Она тоже конченая. Обязательно. Плафон. Да. Короче говоря, лифт убитый. Они все три убитые. Ну такое. Вот смотри. Вот он приехал на первый, он сейчас еще 100 лет подъезжать будет. Ну-ка. Вот он сейчас едет, но очень-очень медленно. Тупой лифт. Вот, это просто... Хотя здесь еще более-менее нормально, но когда я спускался со второго этажа, вообще он... Просто он неправильно настроен, это какой-то ужас. Ну я тоже самое, когда спускался со второго, он уже... Смотри, какой еще редко... Ой, неправильно останавливается. Mm-hmm. Вообще, никогда не разочаровали так лифты ELM, блин. Они просто убитые здесь вообще в кончу.